Он говорит, у каждого человека есть путь. И в этом пути должно быть четкое понимание, куда человек идет, почему он идет, в чем заключается традиция и как правильно ее использовать. И периодически нужно проверять себя на ошибки, которые ты совершаешь. Обычно в каждой традиции есть кто-то, кто эти вопросы курирует. То есть человек, ставший на путь, должен четко понимать основы, на которые он опирается. То есть базовые точки и периодически себя проверять. То есть для себя, как для твоей формы сознания, для формы психики, нужно стоять на каком-то конкретном пути и понимать технологии этой пути. То есть использовать технологии. То есть, как мы уже говорили, не распыляться, а пользоваться конкретным путем, конкретными технологиями, конкретной базой знаний.